Вот это Новосибирск, Ленинский район, отделение полиции. Сегодня план крепость. Полиция защищается, как будто на нее собирается нападать. Введена операция крепость. Крепость, представьте. В безопасности находитесь за пределами. Сегодня задержали нескольких людей. И вот только что женщину провели вот сюда, в отделение полиции. Она заявляет, что она мать несовершеннолетних детей. Но ее задерживают. Как объяснил адвокат мне, до завтра, до суда. Ей вменяют организацию несанкционированного мероприятия. Ей угрожает арест до 10 суток по статье 20.2, часть 1, часть 2. Тихо, не ругайтесь, не ругайтесь, я сама скажу. Я назовите себя. Скажу. Анастасия Геннадьевна Архангельская. Что у меня происходит? Дома дети, меня привезли почему-то сюда. Единственное, что показали мою фотку на монументе. Да, конечно, было 80-летие, был праздник, мы возлагали цветы. Так, взяли за руки. Сейчас что вам предъявляют? 20.2. Дежурная часть. Какая часть? 20.2. Я не знаю. Я не знаю за организацию митинга или что это. Часть вторая. Дома дети, я сказала, что если с детьми что-то случится, с маленькими, то отвечать будут все РУВД абсолютно. Не дай бог, будут, конечно, отвечать. А кто-то еще есть дома? Нет, там соседка. Детям сколько лет? 4-5. Там соседка. Но я же писала ходатайство. Документы, где что у нас представляет? Очень интересно. Пожалуйста, почему моего защитника не пропускают? На каком основании меня похищают сейчас? Дома дети маленькие. Вы слышите? Вы слышите? Вам уже все объяснили по этому поводу. Нет, вы слышите? Вам все объяснили по этому поводу. Куда собираетесь уводить человека? Настя, защитника своего. Настя, возьми защитника, не защитника. Куда собираетесь увозить? На каком основании вы задержали? Все вопросы Все вопросы. Вот вопрос. День Конституции, который защищает права людей. Как, конечно, надо защищать от преступника. Вот у нас целое отделение полиции, куча полицейских несут службу, чтобы охранять права людей. Чьи права нарушила эта женщина? Какую угрозу она представляет государству, чтобы ее в день Конституции на сутки, по крайней мере, до суда захватить, увезти от детей и спрятать? Вот для этим у нас, ради этого существует Конституция, так отмечают этот праздник. Я считаю, я обращаюсь к генералу Кулькову, я обращаюсь к каждому полицейскому. Мужчины, вам не стыдно? Вы с женщинами боретесь. Вы защищаете людей от своих возможностей высказать свое мнение. Я не согласен с теми, кто выступает там против QR-кодов, но я считаю, что они имеют право высказывать собственное мнение. И за это их захватывать, сажать в тюрьму. Какую опасность они представляют? Кто их боится? Вы мужчины? Ваше начальство? Ваш президент? Стыдно. Какая там конституция? Просто как по-людски стыдно.